Премьер-министр Турции Эрдоган планирует совершение намаза в историческом храме Святой Софии в Константинополе, в котором сам собирается принять участие. Данная акция, возможно, будет проведена во время ежегодных празднеств взятия Константинополя турками в 1453 году, накануне августовских выборов, в которых Эрдоган снова хочет получить свое кресло. Понимая, что проведение мероприятия в Святой Софии может вызвать активное сопротивление, Анкара вынуждена пойти на уступки и возобновить работу богословской школы на Халке. Следует напомнить, что условием открытия школы Анкара ставила открытие мечети в Афинах и прекращение согласования постановления муфтия Фракии с греческим государством. Тем не менее, для открытия школы на Халке необходим только приказ Эрдогана. Храм Святой Софии является музеем со времени Кемаля Ататюрка, при котором влияние мусульманства в турецком государстве было существенно нивелировано. До этого Святая София была мечетью. Также в конце 2013 года председатель правительства Булет Ариц выразил пожелание превратить Святую Софию в мечеть.